Итак, всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезертир. Что я вам хочу рассказать по-быстренькому? На этот раз я хочу коснуться немножко прошлого стрима, а также сказать, что я немножко приболел, но не волнуйтесь, все записи я уже сделал, так что вам останется просто их посмотреть, и, в общем, как-то так. Поэтому Darksiders записан до пятницы, все нормально, там с голосом будет все хорошо, здесь у меня с голосом не очень хорошо. В общем, ладно. По поводу чего я говорю. То, что... По поводу прошлого субботнего стрима. Точнее, воскресного. Нет, субботнего, да. Простите. В общем, по поводу субботнего стрима по Warhammer. Ребят, что я хочу сказать. На основе этого стрима я сделал такую интересную мысль у себя в голове. Подумал о том, что, знаете, как-то не очень... Хорошо получилось, то есть вроде голосовало много людей за Warhammer, много людей хотело так, типа, Warhammer, мы хотим именно этот, вот. Но в итоге получилось так, что мы играли фактически только с Доги, да и все, ну, как-то так. Просто ни у кого не оказалось Warhammer, и те, кто голосовал, в итоге, видимо, то ли не пришли, то ли посмотрели, но им как-то это, то ли не понравилось, то ли еще что-то, не знаю. В общем, сказать сложно, по какой причине получилось так, что Warhammer... не прошел нормально как стрим, то есть, да, я играл там потом даже в компанию, потому что просто людей не было, и нужно было что-то хотя бы сделать, вот такие дела. Вот, но суть не об этом, ребят, суть не об этом. Суть о том, что если вы голосуете, то вы хотя бы приходите на стрим, ну, как игрок именно. То есть, желательно голосовать за те игры, которые действительно у вас есть. Вот, и чем больше будет, конечно, людей, которые голосуют за те или иные игры, которые именно... сетевые, вот, тем больше будет народу на них попадать. Но если, например, у вас нету возможности на них попадать, ну, это будет как-то обидно. Ладно, я надеюсь, что на самом деле получится так, что мы все-таки сможем нормально записывать стримчики с вами, веселиться, и вы будете приходить на них почаще, желательно как игроки, если это какой-то... сетевой шутер там, или сетевая стратегия, или что-нибудь в этом духе. В общем, любой сетевой коопчик, тогда я надеюсь вас увидеть там. Ну, а что касается сингл-игр, они будут проходить в том же самом режиме, как и раньше, поэтому ничего изменяться в этом плане не будет. И с вами, в общем, будем играть, как обычно, на стримчиках в сингл-игры типа Метро, которая победила и будет в эту субботу. Такие вот новости на данный момент, ребят. Я надеюсь, что вы не сильно разочаруетесь. Сегодня серия по Darksiders выйдет, скорее всего, где-то эдак... Ну, 32 минуты она у меня дорендерится. Примерно плюс-минус. И выйдет часа через 2.5-2 где-то после этого. Такие вот дела. С вами был Дезертир. Всем спасибо. Пока-пока.